Звезды экрана возложили цветы к памятнику легендарной телеведущей, народной артистке Советского Союза Валентины Леонтьевой. На улицу Гончарова гости кинофестиваля прибыли с 15-минутным опозданием. То ли из-за дождя, то ли еще по какой причине, почтить память тети Вали приехали только три народных артиста – Зинаида Кириенко, Игорь Ясулович и Валерий Баринов. Игорь Ясулович принес целую охапку цветов, однако речь у памятника говорить не стал. Это сделали Кириенко и Баринов. Остальные участники кинофестиваля смогут почтить память Валентины Леонтьевой 30 мая. В этот день запланирована поездка в Новоселки, где телеведущая провела последние годы.